Владимир Шарыпов сохранил за собой кресло ивановского мэра. В среду городская дума переизбрала его на второй срок. А уже в пятницу градоначальник принес присягу и вступил в должность. 3 июля 2019 года депутаты Ивановской городской думы избрали главой города Иваново Владимира Николаевича Шарыпова. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Устава города Иваново «Преступление в должность избранного главы города Иваново» он приносит присягу. Владимир Николаевич, прошу вас принять присягу. Я, Шарыпов Владимир Николаевич, вступая в должность главы города Иваново, торжественно обещаю уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы города Иваново, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города Иваново. После присяги слово взял губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Глава региона поздравил Шарыпова с избранием и отметил, что главная задача мэра – создание комфортной городской среды в самом широком смысле. Благоустройство, инфраструктура, транспорт, образование, здравоохранение и многое другое. Убежден, что ваши деловые качества, опыт работы, знание проблем и ответственность будут способствовать по-настоящему плодотворной работе, направленной на дальнейшее развитие города. Еще раз вас поздравляю. В своей речи Владимир Шарыпов кратко подвел итоги первого срока и пообещал, что после переизбрания продолжит работать с не меньшим упорством. Иваново – мой дом. Я всегда ощущал себя его частью. Знаю его историю с первых рук, как и у любого коренного жителя. История города тесно переплетена с историей моей семьи. Я понимаю проблемы и надежды ивановцев. Вижу, как многим сейчас живется нелегко. И я обещаю, что сделаю все от меня зависящее для того, чтобы жизнь в нашем городе менялась к лучшему. После вступления в должность Владимир Шарыпов сообщил о кадровых перестановках в Ивановской мэрии. Так, свои посты покинули и первый замглавы города Сергей Золкин, заместители Наталья Бусова и Виктор Казанцев, начальник правового управления Леонид Денисов, начальник управления ЖКХ Дмитрий Ростатуров, начальник управления образования Елена Юферова, начальник управления муниципального контроля Дмитрий Истомин, глава комитета молодежной политики и спорта Ольга Федосеева и начальник комитета по ТОС Ольга Бойко. Новые имена, судя по всему, будут озвучены уже на следующей неделе. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.